Всем привет! Вы смотрите Dionix Channel, и в этом эпизоде я покажу вам, как построить один интересный механизм. Я буду открывать железную дверь с помощью мотыги. Нажимаю правой кнопкой, дверь открывается. Нажимаю еще раз, дверь закрывается. Открывается, закрывается, открывается, закрывается. Естественно, одним блоком земли тут не обойдется. Здесь есть небольшой баг, небольшое использование свойств блоков, триггер, ну и красная пыль. Итак, приступим к постройке. Для начала выкапываете яму глубиной в один блок и ставите на дно красный факел. Затем сверху на красный факел ставите блок земли. Если поставить просто два блока земли, то вы не сможете вскопать нижний. Поэтому сначала вскапываете, потом ставите верхний блок. И вот в это место размещаете повторитель. И ставите задержку в один клик. Теперь все работает. Когда вы вспахиваете блок, вспаханный блок земли прерывает сигнал красного факела. И получается небольшой импульс, который и будет задействовать наш триггер. А триггер, в свою очередь, будет задействовать дверь. Итак, выключатель готов. Теперь строим триггер. Выкапываем яму глубиной один блок, ставим на дно факел, потом ставим поршень здесь, поршень тут, и между ними любой твердый блок, кроме стекла, стекло не подойдет. Затем сверху еще два блока, на них красные факелы и редстоун. Теперь поднимаем сигнал от выключателя наверх. Готово. И выводим провод из выхода нашего триггера. Выход у него вот здесь, рядом с факелом. И доводим его до нашей двери. Готово. Проверяем. Все работает. А теперь я покажу, что будет, если не выставить задержку. Поршни срабатывают вполостую и ничего не происходит. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всем пока!